12 апреля, 16-й год, Харьков, день космонавтики, и не утихают работы по сносу уже не памятника Ленину, а остатков памятника Ленину, постамента и пары сапог, ботинок. Еще 9 числа был в Харькове международный марафон, стоял этот памятник, а сегодня, 12 числа, уже облицовка вся снята. Эпохальное событие. Будет здесь просто брусчатка, как говорят сейчас, по крайней мере. Никаких фонтанов запланированных или чего-то еще не будет. Просто брусчатку продлят до самого сквера.